Приветик, ребята! Я хочу с вами поделиться радостью. Вот ко мне пришла посылка. Пришла посылка ко мне от Best Buy, и в ней камера, камера Olympus. Мы сейчас будем вместе с вами ее раскрывать. Я вообще страшно люблю это делать на YouTube. Я люблю на YouTube раскрывать посылки. Но теперь я решила с вами раскрыть свою посылку. Значит, первый раз я услышала об Олимпусе, это на канале Флорида Ялта. То есть Люда рассказывала, показывала, у нее постоянно сплошные Олимпусы. И когда-то я тоже купила Олимпус, но я купила простенький. И действительно, я с ней очень согласна, что там вот этот вот режим Magic, в котором лучше всего, наверное, снимать что-то такое типа Диснея или какие-то цветочки, какую-то травку. Вот все, что нужно передать сочно, ярко и красиво, действительно для этого нужна камера Olympus. Я с ней абсолютно согласна. Я уже попробовала на простеньком Олимпусе и вот сейчас решила купить точно такой же, как вот, о котором она говорила в каком-то там вот, ну, не так давно появившемся видео. Потом смотрю, Оля Брукман тоже купила такую камеру. И я все-таки решила остановиться на ней. Я думала, что мне купить. То ли мне купить GoPro, то ли мне купить вот эту вот. Ну, в общем-то, это в моих глазах, чисто в моих глазах она выиграла. Во-первых, ценой. А во-вторых, мне очень нравится вот этот вот режим Magic. Действительно, я считаю, видео получаются такие сочные, красивые, насыщенные. Ну, давайте сейчас мы ее раскроем и посмотрим, что там внутри. В принципе, у меня есть еще 15 дней. Если мне она не понравится, то я ее верну и куплю что-то тогда другое. Может быть, тогда уже куплю GoPro. Хотя GoPro считается сейчас Pro, да? Ну, вот такой вот у меня вкус. Я просмотрела очень много вот видео Людиных, да, я их вообще смотрю, наверное, там с 13-го года, кажется. Но вот последние у нее вот эти вот сочные, яркие, красивые, очень-очень мне нравятся. И очень мне нравится, что делает Ольга Брукман, да. Тоже вот самые красивые у нее видео с какими-то там цветами невероятными. Она, я так понимаю, снимает вот именно этой камерой. Поэтому, вот поэтому у меня выбор остановился на ней. Ну, давайте сейчас раскроем и сами сейчас там все мы посмотрим. Вот оно сокровище, которое я ожидала очень-очень сильно, но недолго. Как я уже сказала, у меня, в принципе, есть еще 15 дней ее вернуть. Так что, если мне что-то в ней не понравится, я ее на что-нибудь другое заменю или просто верну. Вот она моя камера. Вот именно об этом Люда и говорила. Видите, это Olympus Stylus TJ860. И вот чем она хороша еще? Ну, обычная мыльница, ну, необычная мыльница, хорошая мыльница. Она хороша вот этой вот, вот этим вот экранчиком. Потому что, ну, обычно такие камеры экранчика не имеют. Так. Открываем. Здесь диск. Вот интересно, для новых компьютеров, которых нет вот этой вот каретки для диска, интересно, они будут работать или нет с новыми компьютерами. Интересно, как вот с ними тогда вести себя. Вот она камера. Все, гляньте, как упаковано тут. Я почему-то взяла вот такую вот оранжевую. Хотя можно было выбрать. Можно было просто черную взять. Но я почему-то взяла вот такую вот оранжевую. Где же экранчик? Гляньте, как замечательно, да? Вот я сообразила, я еще не видела, чтобы вот так вот экранчик. Я думала, будет как... Ничего не думала. Думала, как-то он... Ну, вот такой вот экранчик. Я даже там отражаюсь сейчас в экранчике.
общем, да, немножко у меня времени есть ее попробовать. Как она выглядит. Кстати, у кого еще есть такие камеры, напишите, если хотите, что вы думаете о них. Ну, это вот для зарядки. Такая вот штучка, да? Это USB cord. Вот он, да? Вот этот диск я уже вам показала. И вот эти всякие инструкции на нескольких языках. Что тут еще есть? Батарейка. Ну, вот так вот. И я ее попробую, и потом вам расскажу, нравится она мне или нет. Пока что я очень-очень довольна. Ну, знаете как, я вот в ожидании, в предвкушении очень красивых видео. Все, ребята, всем пока. Очень мне интересно услышать ваше мнение, так что вы мне там внизу пишите, что вы думаете, и ставьте лайки.